Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем вот такие вот слитки. Девчонки, что меня сподвигло на вязание этих слитков, так это купленные мной кеды на размер больше. Мне понравился цвет, но размера не было, и я не насколько понравился, что я купила на размер больше. И соответственно, кеды не очень теплая обувь, кроссовки теплее, но вот кеды мне под толстовку по цвету подходили, я их купила. Вот, я вот решила утеплиться, утеплить себя в кедах вот такими вот слитками. С таким же успехом можно носить в осенние туфельки, а чтобы они не выглядывали, а именно в обувь вот так вот спрятались, и было тепло и удобно. Для этих слитков я взяла вот такие вот длинные спицы, хотя это не обязательно. То есть спицы носочные 2,5 мм и спицы такие 2,5 мм. Мне на них удобно вязать. Сейчас показывать я пряжу. Остатки вот акрил у меня 600 метров в 100 граммах. И остатки белой пряжи Ализе Ангора Голд, по-моему. Или что-то из Ализе. Вот, белая. И в два сложения. Что касается набора петель. Значит, набор петель, девчонки. Вот мы видим, что следок начинается с классической пятки. Вот прям мы начинаем. А пятка у нас обычно вяжется из половины как бы всех набранных петель. Да, на носок. Я ориентировалась на количество петель, которые я обычно набираю для своих, для себя, для носков. То есть то количество петель, которое вы набираете для себя на носки классическое, вот ровно половину вы и набираете для этого слитка. У меня это 24 петли, потому что носок у меня из 48 обычно, ну при такой плотности как бы вязания. Ориентируемся, понятное дело, на этот фактор тоже. И я набираю 24 петли. 4, 5. 24 петли. Я, наверное, буду вязать все-таки на этих спицах. Мне удобнее вам показывать. Так что вот эти длинные задействовать не буду. Но первый я вязала на длинных, потому что здесь слетает. Вот, далее я вяжу чулочной гладью. Ну, то есть классически вяжу пятку на высоту нужную нам, как бы, на высоту пятки. Тоже обувь же может быть разной высоты, поэтому ориентируйтесь на свою обувь, на свою пятку. И вяжем лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными петлями. Достаточно туго я вяжу, чтобы носочек был плотненький. Еще можно добавить сюда нить против протирания, если у вас такая имеется. Добавьте. Вот. И вот так вот продолжаю высоту вязать. Вот. Когда вы связали высоту пяточки, да, вы померили, или либо вы знаете, какая у вас пятка. Теперь все петли мы делим классическим способом на три части. То есть вязать мы будем центральную часть. У меня 24 петли, поэтому 24 петли прекрасно делится на 8, на 8, на 3. Это 8 петель. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это у нас одна часть. Теперь вяжем центральную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И восьмую петлю, и следующую петлю, восьмую петлю, из вот они, эти 8, значит здесь 8, 8, 8 центральные. Восьмую петлю из центральных петель мы провязываем вместе с петлей из вот этой вот третьей части. Поворачиваем, первую петлю снимаю, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, восьмую и одну петлю с этой части провязываем.
Так делаем в каждом ряду. Здесь уже они отделились, видно, эти средние 8 петель. Мы вяжем их и в каждом ряду сокращаем по одной петле боковых частей. Вот когда у нас осталось средние всего лишь 8 петель, вот они, нам нужно восстановить все количество наших петель. Для этого мы с боковушек доберем эти 8 петель. Значит, из кромочных вот я добираю 8 петель по целой вот этой длине. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь поворачиваю работу и в изнаночном ряду наберу вот с этой стороны 8 петель. Вяжем лицевой гладью, изнаночный ряд изнаночными петлями, лицевой лицевыми. Так, вот теперь вот изнаночными здесь, с этой стороны я добираю те же 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, мы восстановили наше полотно. Вот оно, вот так вот у нас сейчас это выглядит, вот оно. И теперь мы вяжем ровное полотно до как бы нашей косточки, ну вот на ноге, вот примерно вот так вот, как вы видите балетки, вот свой вырез на обуви, так вы и вяжете, то есть как можно дальше к пальчикам, вот так я вот скажу. Вот я меряю на манекен, вы меряете на свою ногу. Вот видите, в натянутом состоянии у вас должно доходить до косточки, именно в натянутом. Вот далее все мы уже переходим на вязание по кругу на 5 спицах. Ну, с другой стороны, девчонки, успокаиваем себя тем, что это недолго, это всего лишь мысик. Это я говорю для себя, потому что я не люблю 5 спиц. Так, здесь я разделяю эти 24 петли по 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я сказала 12 или 13? По 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И еще на 2 спицы добираем ровно такое же количество петель. То есть по 12 на каждую спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И здесь вот еще на одну последнюю 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Итак, всего у меня 48 петель, классическое мое число любимое для носков на мой размер 36-37. И я их вот так вот, ой, осторожно не перекрутить, замыкаю в кольцо. Так, нормально. И вяжу по кругу совсем немножечко,
буквально парочку сантиметров, просто без убавления, ровненько, как носок. Так, я провязала, девчонки, всего 6 рядов. Что мы будем делать? У меня здесь вот 6 рядов. Далее у нас идут сокращения. Сейчас я маленько подвину, чтобы вам было видно. То есть сокращение у меня здесь по обеих сторонах от ступни. По центру идет 2 лицевые петли, и от нее, от двух этих, от вот этой вот полосы, провязано по 2 петли вместе через ряд. То есть если бы не было в круговую, то это бы было в каждом лицевом ряду. Значит, разделяем мы этот следок вот таким вот образом. Сокращение будем делать здесь и здесь. Вот здесь вот просто провязываем, ничего не делаем. Далее таким вот образом. Провязываем все петли, не довязав 3 петли до конца. Когда у нас осталось, вот смотрите, 3 петли, провязываем 2 петли вместе и одну лицевую петлю. Это и будет одна петля из вот этого вот нашего реглана, из этой полосы. Со следующей спицы 1 лицевая и 2 петли вместе, ну вот только вот так вот за верхние стенки, чтобы у нас образовалась так называемая звездочка. Вот. Вот так вот. То есть у нас получается 1 лицевая с этой петли, 1 лицевая с этой петли. Здесь 2 вместе, здесь 2 вместе. Вот так, так мы будем делать всегда. То есть в конце этой спицы, в начале следующей спицы. Далее мы вяжем без изменений сюда и аж до конца следующей спицы. Эту спицу мы провязываем без изменений, а в конце следующей мы снова будем делать сокращение. Вот таким вот образом мы будем продвигаться. Ой, вот в конце этой спицы, когда осталось 3 петли, провязываем 2 петли вместе и 1 лицевую. Переходим на следующую спицу. 1 лицевая и 2 петли вместе, только вот так вот за верхние стеночки, за верхнюю. Все, теперь мы вяжем ряд до конца. И еще один круг, ну, в смысле ряд, до конца спицы. Один круг мы вяжем без изменений, просто лицевыми. И в следующем круге мы снова делаем вот эти 2 вместе. И последняя лицевая. Здесь 1 лицевая, 2 вместе. То есть через один круг. Так, вот я, видите, вязала-вязала, пока у меня на каждой спице не осталось по 3 петли. Больше нам и не нужно. Значит, независимо от того, сколько у вас было набрано петель, вяжем, пока не останется всего 12. Вот. Я нитку продела в иглу, основную нить я ее обрезала, оборвала вернее, продела в иглу. Теперь я на эту иголочку переснимаю все петли. Здесь не затягиваем, потому что нам нужно будет еще это все дело закрепить. И теперь вот этот продеваем в эту петельку и затягиваем хорошенько. Вот все петли мы стянули. Далее я продеваю на изнаночную сторону, и здесь я сделаю пару узлов, чтобы у нас все держалось хорошо. Так, прекрасно. Осталось обвязать. Так, обвязывать я буду, девчонки, тонким крючком, чтобы было туго, чтобы, вот видите, сейчас оно у нас в таком состоянии непонятном. Для этого у меня совершенно совсем тонюсенький
крючок 2 миллиметра, и им я буду обвязывать столбиком без накида 2 круга, 2 ряда. Здесь по вот этим вот бокам я из каждой петли, ну, из кромочной, девчонки, вывязываю по одной петле, чтобы стянуть это все полотно. Еще можно, это тоже как бы я рекомендую, просто сейчас у меня нет, вот по краю продеть резиночку, вот тоже будет хорошо, чтобы не слетала из пятки, потому что эти изделия имеют такое свойство слетать с пятки, да, вот. Поэтому рекомендую продеть еще вот эту миллиметровую, знаете, такую резиночку, и все у вас будет хорошо держаться, и жить в кедах или в туфельках осенних, и ножкам будет вашим тепло, вот. Здесь я из каждой петли буду вот набранной провязывать, но тугенько. Вот так вот. И по кругу, вот смотрите, пройду сюда, здесь, по пяточке и еще один круг. Так. Вот провязала, видите, уже и стянулось оно все прекрасно. Теперь здесь пару для плавного перехода полустолбика, и все, 3 штучки я сделаю, и наши слитки готовы, девчонки. Все-таки я склоняюсь, вернее, все-таки я убеждена в том, что нужно продеть резинку, вот, чтобы не слетала пятка, потому что это очень неприятный такой момент, когда эта пятка слетает с ноги в ботинке, или я помню просто такие классические не вязаные носки, а такие короткие, так они у меня всегда теряются. Обувь. Вот. Поэтому рекомендую продеть по всему этому, ну, как бы по краю продеть резинку. Все, девчонки. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Вот здесь бы продеть резиночку, чтобы оно все хорошо держалось. Все, девчонки. Всем пока. До следующих наших видео. Пока.